Самый простой и вкусный рецепт рыбы в духовке. Результат превосходит все ожидания. Рыбу можно использовать любую, я готовлю из филе минтая. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем до полупрозрачности. Подходящую форму смазываем растительным маслом и выкладываем рыбку. Солим и перчим по вкусу. Теперь смажем рыбку майонезом или сметаной. Выкладываем обжаренный лук и равномерно распределяем. Кусочек твердого сыра натираем на мелкой терке и засыпаем им рыбу. Убираем в духовку 180 градусов примерно на 20 минут. Получается очень вкусно и сочно. Чем проще, тем лучше. Это как раз про этот рецепт. Обязательно сохраняйте и готовьте по нему. Приятного аппетита!